Если же она будет не маленькая, тогда просто будет все скреплено, а это будет просто как новое. Надеюсь, вы поймете, чем я. О, все, мышка появилась. Мы в системе. А теперь пароль. Хорошо, я понял, хочешь танцевать? Что ж, давай потанцуем. Нажмите на стенку защиты, чтобы уничтожить ее. Hey, not bad, killer. Good luck keeping up with me. Bet that little cyber arm of yours is getting pretty tired. It's child's play, right, pal? Расплюнулась, верно, да? Well, the security is a bit что ж, система безопасности чуть сложнее, чем я думал. Знаешь, что ведь написано программа, и так давай уже отправим наш ледокол в эту зашифрованную ледяную. Взлом и атака. А в коем гейме мы с тобой работаем сообща? Ага. Камера наблюдения взломана. А теперь ступай, залезай, сын мой. Секунду, сейчас я вас найду. Кого мы ищем? Мы, как я понял, ищем людей, которые должны приехать на экскурсию. Ты что-то делать будешь? Опа. Нашел. Фиона. Фиона, я вас вижу. Молодец. И я тоже того же мнения. Веди нас. Эм, вам нужна дверь прямо по центру. Идем, нам сюда. Так, мы в центре героев. Отлично, лифт в кабинет у Джекета находится на другой стороне. Ясно. Кажется, пора нам шляпу гида. Нам нужно только так бейджик, а потом мы можем сваливать. Хотя новая шляпа не помешала бы. Мы собираемся притвориться гидами вместе, где никогда не были, о котором ничего не знаем. Мы определенно. Мне кажется, экскурсовод это как раз тот человек, который был сзади и стрелял с пистолета. Только гляньте на этих придурков, такие насыщенные. Интересно, они хотят понимать, какие они засранцы. Кучка не доучек. Здрасте. Знаю, это грубо, да. Тут какая-то дамочка пытается привлечь мое внимание, хотя мне видно, что занят. Так я тебя не найду. Окей. Плюс кэш. Сам виноват. Неплохо. Очень плохо. Блин, мне туда нужно пройти. Памятная экскурсия. Памятная экскурсия по музею красавчика Джека. Да они на него молятся. Какого черта ты тут делаешь? Мотивирую тебя. Кстати, мой пушки не сердится с тобой поговорить. Делай свое дело, если не желаешь послушать, что она хочет тебе сказать. Уже нашел нашего гида? Пока нет.
Рис, нам нужна твоя помощь. Ладно, проверим расписание, проверим расписание. Ага, вон наш гид. Она прибудет к минуту на минуту. Будет сделано. Нет, это не наш гид. Это не похоже на гида. Нет. Вот наш гид. Ладно, вот и наш гид. Отвлеки и забери классика. Именно, какого я сидя за ней, ты должна ее заболтать. Как только она ответит так. Отвлечется, я сяду с ней, бэджик. Оу, а как же я? А у тебя, Гартери, самое важное задание. Как только я заполучу бэджик, тебе придется вывести гида из помещения. Есть генерал-капитан, лейтенант, мэм. Рядовой Гортис выдвинется на задание. Не поверить, но они называют эту дрянь едой. Поэтому я не пью только кофе. Он перебирает запах виски. В этом мы с вами похожи? Ох, я тут подумала. Если бы гиперионцы поставили настоящую еду, а не эту модифицированную дрянь, то продуктивность работы бы сразу возросла. Да, и... О, да ладно. О, нет, нет, нет. Не хотите ли отведать из страны людских напитков? А, молока, к примеру, ой. Ой, мой костюм испорчен. О нет, это так ужасно. Кофе и виски, ведь они отстирываются. Ты. Ты хоть знаешь, кто это? Милая женщина, экскурсант. Позвольте помочь вам переодеться. Вы никогда не задумывались о должности руководителя? Вы бы отлично подошли на эту должность, учитывая, как вы поставили этого робота на место. А куда мне попадать в заявку? А ничего, что там картинка другая. Привет, Рис. Ты имеешь честь разговаривать с новым экскурсоводом на Гелиосе. Хорошая работа. Твои криминальные стены снова на высоте. Мы с Герзис направляемся. Привет, Рис. О, черт. Что происходит? Они знают, что их взломали. Я постараюсь их задержать, но тебе нужно посметить и попасть. А я не попался. Ладно, сосредоточиться на задании. Внимание! Гелиос находится в состоянии повышенной боевой готовности. Пожалуйста, при обнаружении подозрительной активности сообщите об этом охране. Че? Фиона? Мне не нравятся их лица. Они не двигаются. А кто это? She barely looked Hyperion. Вы туристы, ребята? Мы считали, что обитатели вип-тура. Так, лучше туда, который ты. И лучше бы ему прибыть. Так ты проводишь экскурсию или нет? Ладненько, виперы, итак, приготовьтесь к незабываемым приключениям. Да, всех нас. Итак, первая остановка вип-тура. Ощутите себя Джеком. Здесь изображен. Отец красавчика Джека.
подожди, это красавчик Джек же, да? What? Вот это картина. Красавчик Джек. Defeating... Сражающийся с Man, what didn't Handsome Jack? Так, там я вижу копье. Чудовищем из хранилища армии всей планеты. Приспешниками гигантского глаза. Всей планеты. Целая армия самого Гриммидора с помощью гигантского глаза, который просто по ним прокатился. What a mess. Так еще была зварушка. Totally если сейчас мозг вскипит. Прекрасный вид, не так ли? Это, друзья мои, любимая закуска Джека. Невозможно. Небольшой факт. Красавчик Джек любит кушать пони с Пандоры, а именно те, которые сделаны из алмазов. Да, точно. Джек верил, что потребление алмазного мяса сделали его с успешным и обеспечили финансами. Оно, так, умерла от передозировки пуль. И она стрелит пушками. И если вы покормите, она выстрелит вам кучу высококачественного оружия. Ого, так это и есть жопец. О, вау, ого, понятно. Проследи за мной, если хотите увидеть третий и последний экспонат. Так, кошечка нужно было выпустить. Жду не дождусь. И что это? Трон чемпионов Джека? Метафора. Минута молчания. Но со стол, скорее всего, обычный. Это, дамы и господа, трон чемпионов Джека. Каждое свое решение они принимают, сидя именно на этом стуле. На нем они завтракают, обедали и ужинали. Они даже предварят, чтобы выжать на нем битум. Я могу на нем присутствовать? Простите, пришлось сменить мой стул на фаянсовый трон. Подожди. Простите, пришлось сменить свой стул на фаянсовый трон, если вы понимаете, о чем я. Погодите-ка. Так это вообще не экспортал. So, why would you tell us that it is? Ха, попались? Кажется, такие люди называют жульками. Boom, gotcha. Ага, попались. Good one, right? Хорошая шутка. Мажор это запомнил. Ладно, хватит болтовни. Проходите туда, чтобы увидеть кабинет Джека. Пройдите через... Так. Пропускной пункт. Вам нужно отойти и поднять руки вверх. Ого, я знал, что с ней что-то не так. Так, я навсегда запрещаю вам посещать этот музей. You're welcome for the я провел awesome такую замечательную экскурсию, awesome? Не стоит... Замечательно? Yeah, ну да, такое ощущение, что половину, что вы... Ах ты неблагодарная okay. тварь. Ах, ладно. Если подорожу Джеку, это преступление. Ну... Накажите меня. Что это? Это подарок. И что в нем? Открой, посмотри. Никакой металлических предметов, а то в следующий раз тебя заберу. Понятно. Ах, мы почти на месте. А теперь момент истины. Я даже не... Испортить. Гостица, можешь пойти маячком? Он должен быть где-то там. Дай-ка я посмотрю.
Отсюда ничего не видно. Может, я могу просто... Стой! Почему? Божечки, поверить не могу, что мы здесь. Вот и он, кабинет вашего героя. Внутри пройти можно? Я хочу полностью ощутить себя Джеком. Это значит, что я срочно нужна туда. А не это, смотрите, не трогайте. Конечно. Вперед из песни. Красавчик живет, вот и я. Обнаружено нарушение силового поля. Выполнение протокола закрытия двери. Спасибо, что посетили VIP-тур. Ощутите себя Джеком на... Ох, черт. Вы тут сами за себя, дамочка. Я не буду опять убирать. Похоже на сверхпрочную дверь. Надеюсь, это сработает. Черт. Да. А, погоди. Да. Я не могу попасть в кабинет Джека. Чего? Да ты стебешься. Вы все делали... Так, все мы делаем ошибки. Я должна кучу дебилов пройти внутрь перед... Я дала кучу дебилов пройти внутрь перед тем, не отключив лазера. Я не могу туда проникнуть, то есть система безопасности подключена к какой-то местной сети. Лишь бы того. А теперь как-то это понимать. Короче, нам нужно пойти на другой путь. Ладно, ладно, нам нужно. Нужно просто. Сесть и подумать, а потом. Можно, если мы их. Ну, держитесь сам, ладно. Я тебе перезвоню. Черт. Он сказал, держитесь. Ну и что он там делает? Твою мать! С дороги. Срочные новости. Теперь это мой кабинет. Сначала ты просишь меня фальшивое тело Риза, а теперь вы пытаешься взломать мой компьютер. Что ты затеял? Так, тебе не следует договориться со мной в таком тоне. А что затеял ты? А что затеял ты? А ты что затеял? Кабинет теперь принадлежит мне, а значит, ты, по сути, пытаешься взломать систему безопасности. У нас была сделка, урод. Я выслеживаю Риза и Вона по всей Пандоре. Я отказывала им в припасах, а ты всего лишь должен был привести мне того, что находилось в голове у Риза. Серьезно, блядь? Лиана крыса, не соседка. Я знал, что мне не следует доверять. Ты предательница. Ты предательница. Ой, да позволь ты. Это всего лишь кабинет. Но ты все еще ответил на мой вопрос, зачем ты обманул меня с телом Риза? Вэлори меня надула. Ситуация накалилась, и я свернул ошибку. Ты права. Риз жив. Что? Понятия не имею, что происходит, но мне это не нравится. Я вызываю охрану. Спасибо, что вызываете охрану. Эй, как успехи? Я так спросил. Ага, круто. Пора решение, используя язык или кулак. Поговорить с ней. Ивен, нам нужно поговорить. Правда? Я... О чем же? Ты справишься с другом? Не положи, иначе мы умрем. Все будет в порядке. Офицер, Хайрента, все будет хорошо, ясно? Уже завтра ты будешь... так.
попивать мохито с предателем со всей галактики. That's not your style, Hugo. Это не место стилю Хьюго. Какую игру ты затеял? О, наверное, все дело в том, что I'm Reese. Я Рис. Рис? Рис? Рис! Jack, я и Джек. Про меня не забудьте. Нельзя рассказывать людям, кто ты на самом деле. Разве что ты потом не собираешься шантажировать их этим. Мне нравится вырубать людей, очень нравится. Перестань управлять моей рукой. А ты перестань говорить херню, после которой начинается желтая хер. Короче, перестань так делать. Покидываем. Предательница, блядь. Алло? Алло? Фиона, ты там? Рис, ты чего так долго? Ивета продала нас в Аскесу. А я дал, что мы друзья. Что ж, дружба не... это редкость. Мне жаль, Рис. Так вот, кабинет Джека полностью заблокирован, и мне никак не достать маячок. Позаботься, я работаю. Я работал над этим. Ну так, давай, резче. Не добудем маячок, не откроем хранилище, а значит мы все умрем. По крайней мере, обречены мы все вместе. Давай, Рис, напрягись, Виллина. Знаешь, если бы у меня был шокер, я бы всю батарею разделил в Ивету. Хотя это не совсем так будет, я в твоем теле, я бы купил Ивета билет до газовой роты. Ивета тут ни при чем, ясно? Забудь о ней. Ой, простите. Кто сказал об... О, подожди, ты говоришь с Джеком. Я не зациклился на этом. Ну да, это Джек. Что ж, давай знать, если он станет злым и понадобится помощь. Вас понял. Как я сказал, я пришел помочь. Просто я увидел, что фактом красавчика Джека вроде тебя не знает, что в моем кабинете есть черный ход. Так, подожди. Пароход или что там мгновенно... Мгновенно смертельно? Пока тебе не замутили, открой... Зачем? Ну, знаешь, как обычно, заканчиваются так, скучные встречи. Осаживайте выскочек, руководителя, бла-бла-бла. Слушай, суть в том, что теперь это центр твоего... нового плана. Тебе придется лезть туда, пока кто-то не держит рычаг. Это звучит сексуально, тем есть самое дело. Там... О, на что же я согласился? На замечательный план. Пока мой кабинет заблокирован, попробовать через черный вход. Единственный путь внутрь. А еще, чтобы туда попасть, нужно сначала оказаться в тюрьме. Я имею в виду, я слышу какие-то убийственные планы. Ты прикалываешься надо мной, да? Обычно да, но сейчас не до шуток. Не с поделками и Ветой, и не с твоей ключевой маскировкой. Тогда ладно, допустим, что это наш план. Да, он самый ладно. Первым делом нужно убедиться, что твой аферист присоединится к тебе на тюремном этаже. Доберется до дырки Джека. Ну что ж, Джек одарил тебя мудростью? Да, более-менее. Рассказывай. Эй, Фи, ты должна увидеть главный офис... Эксорго, это вид невероятный. Не сейчас, планы изменились. Что-то такое. Тебе нужно спуститься на тюремный этаж сейчас же. Понятно, иду. Хорошо, увидимся там. Постой, как? У меня нету туда допуска. О, Эдам. Ну, знаешь, пусть тебя арестуют. Арестуют? Да, это полная противоположность того, что... Просто сделай это побыстрее. Не пора. Ладно, сделаем все в стиле Пандоры.
Эй, эй! Мы совершим это ужасное, мазина. Я готова к тюремной жизни. Вы испортили официальную собственность Гипериона. Это, слушай, мне карта, которую рисовали... Как они называются? А, детишки в начале первой серии. Это... Стой, нет, дай посмотреть, всего секундочку. Нет, это моё. Эй, я поделюсь с тобой. Может, это не то, о чем ты подумала? Я могу указать карту сокровищ с первого взгляда. О, тогда ты, наверное, прав. Правда, досадно? Я же сказал тебе, просто дай себя рисовать. Рис! Рис, ты там? Вон? 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 Алло, я не знаю, слышишь ли ты меня, но я здесь с Кассусом. Он нас мне... Так, он спас меня из той передряги, и мы просто... Я не знаю, где мы, но мы едины с левогрушей. Очень хотим... Вон? Вон? Васкес? Валяйте и гуляйте, дамочки. На все свое время. Украв эти 10 миллиардов, ты оставил в дураках меня и моих ручных бухгалтеров. На всю эту бумажную работу уйдет годы. Так, не тратить время. Зря. Извините, только что слопал... Бурито, никогда не связывайся с бухгалтерами, Васкес. Будь уверен, мы всегда превосходим вас. Гаси его. Как в триллере. Воу, стой, полегче. Не стреляйте, прошу. Нет. Теперь он наш. Взять его. Ну уже давайте. Хочешь небольшой расчет? Взамен того, сучонок. Что происходит? Что это было? Вот и братва подоспела. Надеюсь, у вас нет аллергии на свинец. Безбашенный бухгалтер. Определенно девственник. У него кончились патроны. Я вел подсчет. Пригнитесь. Что за бред? Это конец. Мы его окружили. Huh.
Бред. Эй, ты. Знаете, ну эта штука нахер. Пойми, даже если это карта сокровищ, то у тебя нет, на тебе не поможет. Эй. Эй. Что тут у вас происходит? Как вы? О, привет, Рис. Все отлично. Ты только что сказала Рис? Нет. Да, я плакал насчет так. Это случилось именно так. Имя того мертвого парня, который ты с Пандоры подобрал. Ты их так до чертиков мозгов травмы довел? Кажется, она сказала Рис. Кажется, она сказала Рис. Рис? Да. Да, типа, эй, эй, Рису. Она, кажется, мы... Ага, правда, она, видимо, сказала: «О, привет, Рис, все отлично!» Да, странное предложение. Так, чем же я могу вам помочь, мистер Васкес? Да, я тут, чтобы допросить этих... пандорскую мразь. Допросить? О, да, просто не делай того, что сделали они, и тогда ты не попадешь под опрос, понимаешь? Полагаю, да. Тогда иди подбери, что ли... Так, победа, что ли? Эй, если что, макароны у вас со столкой, хорошо, а я с этим разберусь. Макароны я люблю. Надо знать, если что-то понадобится. Обязательно. Отличная работа. Так, и какой же у нас план? Джек рассказал мне о так, черном ходе, ведущем туда. Нам нужно найти путь, который нас туда приведет. Что ж, полагаю, в плане не входит перемолвка тебе адской машиной. Нет, это проблемка. Как мы можем помочь? А помоги нам понять, как отключить эту штуковину, чтобы я мог туда попасть. Затем я расскажу тебе кабинет Джека и по... Так, видеозаписи. Вроде хороший план. Погоди, вселенное место, да? Неудивительно. Я пошутил. Вот и об этом я. Эй, Гортис, ты хочешь пройти первой? Да? Нет, спасибо. Ну, разве роботы не должны подчиняться приказу или типа того? Что ж, ясненько. Итак, Фиона, держи этот рычаг, пока Гортис меня подсаживает. За меня не волнуйся, пусть мне будет больно. Просто забирайся. Не сомневаюсь, что можно причинить боль тому, кто не чувствует. О нет, это ужасная боль, но я же не работаю в команде. Ты все еще во мне сомневаешься? Как ты можешь до сих пор во мне сомневаться? А как ты двигаться? Двигаешься? Не чуточку. У меня все еще похоже. Что? Давай, Тортис, просто посади меня. Без проблем. Торопись, Рис. Хорошо. Ну как? Лучше, чем. Я ожидал. Спасибо. Ни за что. Не убейся.
Рис, ты в порядке? Нет. Хорошо, что я уже проблевался. Думаю, нам стоит отойти подальше. Рис, ты сможешь? С твоей рукой это не остановит труда. Не остановит труда? Ага. Глупый, милый робот. Ты ее слышал? Карабкайся просто за... Карабкайся. А, ты умеешь пробовать выбрать время? Эй, я не знаю, куда ты успеешь разговаривать их, но Финч и Корги ищут тебя, и дела прямой печально обороте, если ты попытаешься обмануть нас. Так, я тут немного занят. Не нужно... Так. Не нужно ухудшать положение. Послушай, нам пришлось поменять немного план. Возникли трудности. Что ж, давай тогда я тебе все объясню. Забери маячок. Принесли. Принеси его. Ага, работа над этим. Хорошо. Открываем, открываем, открываем. Ем. Эй, посмотри-ка, ты ведь все-таки добрался. Все же из нас вышла отличная команда, да? Конечно, у нас были свои разногласия. Но мы тут. Без тебя у меня ничего бы не вышло. В моем кабинете? Точно, теперь в твоем кабинете. А давай вот так. По блажденской тишине. Нет никаких кричащих психов, ни гиперионских пандел. Лишь обладатель кабинета с настоящей мощью под пальцами. Вау, раньше я лишь мечтал оказаться здесь. Ну да ладно. Где мой счет, Гортис? Где-то там валяется, и я так храню сувениры, так. Корпоративных войн, целая... Так. Тона атласской хрени. Так. Да покопайся в ней, парень. Наслаждайся. Так, пойди, скоро должен быть уже конец. Оконная рама. Поэтому давайте, наверное, совсем здесь и закончим. Да, торопиться к нечему. Поброди тут красота. Элтис. Пушка там не ледяная, а дешевка горящая и шлепка по попе, основана методом общения с ними. Тебе понравится. Пик. Эллипс. Так, эллипс, луна. Текущая фаза убывающая. Корпорация Даль проводила на Луне так много взрывных работ, что она не... Так что на ней образовалась огромная трещина. Если на поверхности других лун можно увидеть лицо, то на эллипсе виднеется жопа. Пик. Анализ завершен. Шрам. Официальное название — шрам эллипса. Местное название родинка эллипса. Посторонечное название — жопотрещина эллипса. Каждый день из этой трещины в атмосферу выбрасывается 2 миллиарда килотонн газа. Сканировать. Эндоскелетная рука. Эндоскелетная рука хороша для крепких рукопожатий, бурных приветствий, лапани за задницу. Фотография. Так, ангел. Статуя воспоминаний голограммы Джека. Отношения. Нужно любима ангела. Дочь красавчика Джека. Она одержала огромное количество побед, в том числе и сексуальных. Но дочь у него всего одна. Некоторые в шутку зовут ее красавица Джилл. Так, окей, погнали на другую сторону. Так, вещи на столе. Что это? Это расчет раннего протокола костюма бессмертия. Он убивает носителей, но словно... Это не то, с чем вы... Так, добивались. Чего мы добивались?
Who's this? Кто это? Да, это мой ангел. Обычно мне не доводилось так нравиться, когда кто-то знает о ней, но мы с собой неразрывно связаны. Как только мы так раньше, я бы хотел проведеть, если ты не против. Так, ладненько, полетели к вещам. Сертификат. Анализирует завершен. Документ на право владения Атласом. Дарственная дает право на владение Атласом. Состояние. Залито кофе. Владелец этого документа может расположить корпорацию Атлас, как ему захочется. Все межпланетные банкноты, счеты, машины, комплексы... машины компании, да и все... оборудование в его распоряжении. Сексуальная шляпа. Поля широкие, ковбойская шляпа. Состояние. Пропитано потом. Произведение Пандорским центром эксплуатации детского труда. Эта шляпа сделана рабочими детьми. Сделана человеком, надевший его, получает... популярнее слюны в пустыне. Видев в пустыне слюни, крайне популярно. Внимание. Так, роскошный дробовик. Вызов обществу. Урон. Больше, чем нужно. Количество брони в заряде смертельно выше. Так, уровень редкости. Можно завещать внукам, как фамильная ценность. Особая возможность. Пуля разделяется на дополнительные снаряды. Чем больше пуль, тем больше. Так, мерзкая козлиная бородка. Козлиная бородка Тесситера. А также известна как Щекотун. Уровень доверия у носителя нулевой. Эта бородка принадлежала Гарольду Тесситеру, бывшему генерал-директору и президенту Гипериона, который был задушен красавчиком Джеком. Бороде слегка пахнет рыбой. Неизвестный объект Зен. Неизвестный корпоративный объект Z. Что? Какая-то штука. Где? Да вот же она. Когда? Обеденный перерыв. Почему? Без понятия. Как? Раз это принадлежит красавчику Джеку, то у этой вещи должно быть какая-то дикая предыстория. Спросим у него сами. Неизвестный объект Х. Компоративный объект X. Отражательная способность. Красиво блестит. Производитель. Странная фирма. Батарейки. В комплект не идут. Джек выиграл это диковинное устройство в одиноком покере. Предыдущий владелец умер от... случайного там чего-то. Сканирует. Неизвестный объект Y. Неизвестная корпорация объект Y. Размер. Отредактировано. Это отредактировано. Было отредактировано хорошо, естественно, с... сыном и... Согласен? Не знаю. Представлю тебе мою коллекцию трофеев. Есть парочка убийственных реликвий, несмотря на артефактов. О, это сертификат, означающий, что я владею Атласом. Это довольно круто. Нет ничего приятнее, чем обрушить стоимость компании, дабы распустить их на акции на мелочи в кармане. Прелестное чувство. Гастри, ты слышишь? Привет! Так, я тебе кое-что покажу. Если ты произведешь эти вещи, нам пойдет, скажи, хорошо? Оки-доки. Это значит, что ты владеешь Атласом? Да, именно так. Я владею всей этой... Так, значит, возрождение их, я с ним разоружу снова и снова, когда только захочу. Нет, это довольно милая ковбойская шляпа. Ковбойщица. Да, я не ношу ковбойской шляпы. Это шляпа моей бывшей. Точнее, первая ее шляпа, пока она не стала сексуальной безбашенной. Чекаешь шерифом. Ей ее такой стиль.
Бородка. Я даже не знаю, что это. Это... Да-да, козлиная бородка, именно. Ее носил один мудак Гарольд Тессер, мой бывший начальник. Оставил ее себе на напоминание о том, что случилось с... людьми, если они хреново себя ведут. Нет. Не. Это определенно не то. О, это такой легендарный дробовик. Гиперион назвал его вызовом обществу, потому что тебе точно захочется сказать всем, какой он охренительный, а потом убить. А потом убить их. Ответ отрицательный. Это что, покебол? Да, вот он. Это он. Штука в форме буквы... У, с небольшой. Прекрасно, хорошо. Скоро увидимся. Что ж, тут теперь... Ну, ладно. Вот кресло в твоем распоряжении. С него можно управлять черным ходом. По идее, уже точно должен быть конец, потому что мы уже играем 2 часа, считайте. Мы ведь теперь можем открыть хранилище и... Так, мне не нравятся дырки в кресле. Feels good. Офигенно. Это тебя кресло как прыснуло дымофрагментом. Ты выглядишь как человек, который может грохнуть кучу народу лишь одним телефонным звонком, еще немного добавив баса в это. А ты тут управляешь черным ходом. Вон на той кнопке. Возможно, это наш последний шанс поговорить. Несколько лет я управлял Гиперионом из этой комнаты, а теперь здесь ты. Где все началось? Какие ощущения, парниша? Добротное, черт побери, кресло. Кресло классное. Добротное, черт побери, кресло. Да-да, но кнопки, расположенные на кресле, позволяют тебе творить колоссальные изменения в мире. Понимаешь, о чем я? Ну, ты имеешь в виду, что это кресло с кнопками? Эх, ты меня убиваешь. Представь, если бы мы вновь заполучили власть, которую я имел себе, сидя в этом кресле. Как бы ты ее распорядился? Или же это не конец? Ладно, давайте тогда я сделаю паузу. Закончу. Ну снова. Мне кажется, там уже конец должен быть, потому что уже 2 часа. Да что это он так долго? Рейс, ловушка отключена. Ты нашел маячок, мы ждем тебя. Все нормально, просто подготовился. О, кто-то идет! Эй! Порой вера в людей не помешает. Что происходит? С кем ты разговариваешь? Мне ведь сказали молчать. Упс. Я снова это сделала. Я не должна вам это говорить. Мы тут немного заняты. Я уверена, она тоже будет рада вас увидеть. О, эй! А вот и она! Если мы вместе управляем Гиперион, как бы ты руководил им? Гиперионским, конечно. Но все же, ты должен... прожил бы хорошую жизнь. Я бы, наверное, так я бы открыл хранилище. Like I told you after we escaped old age. Remember?
Да, так. Прикупил бы пару вещей, обосновал бы тут. Наконец, можно было бы... Если бы управление Гиперионом, ты бы все это получил в первые же два дня. Черт, да вы с Сашей могли бы Так. Путешествовать галактиками, делали бы глупые селфи перед планетами и памятниками. Занимались чем угодно, чем занимаются дети в эти... Деньги. А теперь представьтесь, если бы это был возможным. Ты когда-нибудь интересовался, зачем какая-то так создал мне весь этот замысел с ИИ? Я был должен найти достойного преемника на трон Гипериона. И этот преемник Ристы. Если ты присоединишься ко мне, мы сможем править вместе. Что скажешь, парень? Править Гиперионом. Блять, я не знаю. Ладно. So, if you don't jack in now, you'll never get another shot. Hell no. Ни за что. Ты психопат, чего мне доверять тебе? После всего того, как я тебе помогал, после всего, через что мы прошли, ты отказываешься от всего, чего хотел. Я знал, надо было схватить тебя за черт череп. Надо было схватить тебя за череп и растолкать мозги в хреновую кашу. Не стой здесь с таким жалким выражением лица. Скажи хоть что-нибудь. С меня хватит болтовни. Я пошел отсюда. Нет. Нет, ничего подобного. Рис, ловушка отключены. Ты нашел маячок? Мы должны... Все нормально, я уже почти закончил. Ах, что ты делаешь? Поверить не могу, как я долго я торчал в этой кромешной безголовной башке. Боже, как же ей хорошо быть на воле. Воу! Что ж, наконец-то все закончилось. Я нахожусь на всей системе. Не говоря уже про мое шикарное новое тело. Ты маньяк. Нет, я красавчик, мать его, Джек. Вау. Нет. Пират выполнил команду. Кажется, немного сломалось, да, что-то? Так, окей, что дальше после титров? Нет, спасибо. Неужто после титров ничего нету? Хм, странно. Серьезно? Ну ладно. Ну тогда, народ, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующего эпизода. И это эпизод финальный. Поэтому всем пока.